Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами Егор 934, и сегодня мы будем снимать обзор на приставку 8-битную. Вы скажете: Егор, ну ведь 8-битная это приставка, не 64, не 30-битная. Это не 32-битная, а я скажу: а вот да. И мы будем делать на нее обзор. Тут очень много всяких игр. 300. И мы будем играть в более известные игры. Тут их так можно листать по буквам. И что я вижу, это Donkey Kong. Давайте старт и поиграем в Donkey Kong. Старт. Ой, сейчас. Это я, да? Сейчас. Я не знаю, что тут происходит. Но тут каким-то образом надо играть. Это раньше Марио, по-моему, было. Давайте продолжать играть. Тут какое управление? Я нажимаю... Я просто не знаю как. Я нажимал все кнопки. Вы слышите это? Я набираю каким-то образом баллы, и меня убили. И сейчас я выйду из игры. Это не такой уж новый плазменный телек, поэтому на нем еще это тянет. Потому что, по-моему, на следующих не будет. И давайте еще во что-нибудь поиграем. Галактика. Стоп, что там? Я что-то видел. Куда? Сейчас. И мы будем играть в галактику. Так, только найду ее. Вот она, 120-я. О, старт. И давайте в нее играть. Давайте одним игроком. И будем играть. Надо отбить вот эти. На. Ой, меня взорвали. Ну давайте сейчас еще переиграем. Сейчас будет написано Ready. И начнем долбать их. У нее у вот этой фиолетовой сама не. Надо было. Ой, давай сейчас. Вот этот звук, как будто телефонные гудки. Мне надо уворачиваться, чтобы она меня не достала. Это муха. Эти дебильные мухи. Мы должны ее пройти. На! О, нет, меня взорвали. Сейчас еще будет последний... ну ничего. Попробуем. Если хотите, могу переиграть. Но давайте лучше тогда уж в следующем, может, выпуске. Я хочу толком рассмотреть все игры и как они изменились. Ой, хотя их никто не менял. Ну просто я хочу реальные, по-настоящему узнать о них. И тут тоже, наверное, есть Super Mario Brothers. Я уже играл. Стоп. Микки Маус. Давайте затестим. Микки Маус. Ну, старт. Опять какой-то клон Марио. Вы его видите? Ну, давайте старт. Что-то им не везет.
Ну вот поднялись. Мы на второй этаж. Что с ними происходит? Им что, на глаза попадаться не надо? Я не знала. Да, это прям вот Марио. Вот вы потом увидите Марио Супер Бразерс. Я вам скажу. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Давай, быстрее. О, нет, давай быстрее. Ну, давайте сейчас. Ох, у нас два остается. Ну, я не знаю, попробую пройти. Если уж не пройду, то рассмотрим Super Mario Bros. Потому что тут... А, давайте быстрее уже. Мышки нет. Мышки, вы умрете сейчас. Вот, перешли на следующую локацию. Как с ними справляться? Мы же... Да, их, наверное, каким-то образом надо прыгать, я не понимаю. Давайте, последний раз. Хотя уже 6 минут. Ну, давайте попробую пройти. Я, скорее всего, ни разу не пройду, потому что тут очень тяжело. Фух, в новую локацию. Это кому-то интересно реально проходить? О, на, ну, все, я просто... Это Маус ноль. Вот. И сейчас давайте быстро поиграем в... Сейчас. Я хочу в Супер Марио Бразерс поиграть. Супер Марио. Супер Абакер. Супер Контра. Мне нужно Супер Марио Бразерс. Вот, 260. Давайте поиграем. И старт. Ща вы услышите легенду. Вы это слышите? И вы знаете, туда дальше нельзя зайти. Это такая прогрузка. Вот. Ой, черт, я стал маленьким. Я эту игру прохожу второй раз, но у меня что-то не удается. И тут нет чекпоинтов, блин. Повезло. Супер Марио Бразерс. Давайте дальше, что ли, уж играть. Ну давайте, давайте дальше. Чё уж там? Всё. Ой, нет. Ой, ладно, последний раз и всё. Ну все, я проиграл. И поэтому до свидания и всем пока. Ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч.